Это не первая проверка качества муки на отечественных полках. Раньше эксперты областного департамента по охране общественного здоровья выезжали в супермаркеты, теперь на базары. По их словам, производители продукта первой необходимости должны обогащать его витаминами и минералами. Выяснить, соответствует ли мука стандартам, можно всего за пару минут. В эту чашку добавляем соляную кислоту и родоноид калия, после чего добавляем муку. Затем снова добавляем кислоту и ждем 1-2 минуты. И если на поверхности появятся красные крупинки, значит в муке есть витамины. В составе муки должен быть витамин В, который отвечает за функционирование нервной системы и эффективен при лечении анемии. Протестированные на рынке экземпляры отвечают требованиям качества. Среди них и мука от компании «Алтындан», которую так любят шымкентцы. Я часто прихожу за продуктами на этот базар и покупаю, как правило, муку от «Алтындан». Сегодня ее протестировали, и я рада, что она оказалась полезной. Специалисты Департамента по охране общественного здоровья проверяют и качество овощей и фруктов, а также проводят разъяснительные работы среди населения.